Всем привет, с вами я, Йорэм. Сегодня мы играем в такую игру, как Эвола 3D. Я не знаю, что это за игра, это игра ВКонтакте. Она подлагивает, видимо. Это только альфа-версия. Не знаю, что мы сегодня поделаем. Я тут пока поиграл. Видите, она подлагивает. Я тут без съемок поиграл немного. Смотрите. Хоп. Ладно, давай сейчас. Это я тут небольшой домик построил. Такой маленький домик. Раздражительно давить по мышке каждый раз. Ты же на смерть. Ну, это вот такой домик мой. Обычный дом. Дом как дом. Я не знаю. Здесь интересно, здесь ничего нет интересного. Давайте что-то поделаем сейчас. Так. Да, давайте второй этаж построим. Ребят, только если вы слышите... Да, ребят, если вы слышите, как я долблю по мышке, то извините. Что я сделал? Я не знаю, что я сделал. Просто первое видео по этой долбанной игре. Так. Ладно, землю поставим. Обычный домик. Первое. Давайте нарубим дерево. Сейчас буду долбить по мышке. Ой. Если вы это слышите, то это, ребят, это как флешик за смерть для мышки. Короче, ладно, я не буду долбить, потому что вам это не интересно. Слышите, тупые стуки. Та-та-та-та-та. Хоп. Так. Инвертарь здесь на ай открывается. Те решетки какие-то. Не знаю, что это. Палки. Здесь нельзя, как в Майнкрафте. У меня скоро Windows перестановят. Будут драйвера. Буду, вернее, снимать. Уже видео по Майнкрафту. Скоро Windows обновляет все. Вот здесь ничего нельзя скрафтить. Вот что фигово. Здесь можно что-то скрафтить, но я не знаю эти долбанные крафты. Везде пока это видео скоро, сколько пересмотрел. Крафты в Эволе 3D. И где крафт? Его даже не показывают. Ребята, если вы знаете крафт, скажите, будет интереснее. Это, не знаю, там лайк, подпишусь на ваш канал. Ого! Вот этот, я не знал, то что здесь. FPS у меня прыгает 30, 40, 50. Я не знал, то что здесь двойной прыжок можно делать. What the fuck? Играет это, мне кажется, только альфа-версия. Мне так кажется. Потому что это альфа-версия. Так, ломаем. О! Поставим еще одну решетку. Обалдуй. А, там же мы это... Более-менее реалистично. Вас, наверное, бесят эти звуки. Меня тоже они бесят. Так.
Что у нас здесь есть? Что у нас здесь есть? У нас здесь ничего нету, кроме листвы, всякой хрени. Давайте настройки, графика. Ой. Так. Динамический. Так, длинность обзора. Она не улучшается. Давайте вернемся к игре. Так. О, камень. Пойдем сейчас камень добудем. О, пещерка. Где мой? Ничего не вижу. О, уголь. Факт, он не выпал. Так нельзя. А, ну окей тогда. Это то же самое пародия на Майнкрафт. Точь в точь. Ну-ка, М-магазин. О! Предметы. У меня 1100 всякой хрени. Блин, я купил себе кирку, если бы мне было 8000. Ну, мячик можно, решетку. Ну, решетка у меня была. Так, о, что это? Снежок. Количество. О, что, давайте купим, посмотрим, что он делает. Что это делать с ним? Так. Да блин. Я взять его не могу. Нажимаю на девятку. И чё? О! Клёво! Видимо, просто как-то игрушки, наверное, сделали. Он улетит! Делаем. От. А второй тоже. Блин. Так. Вот у меня снег есть, может из снега что-то можно делать. Ничего нельзя везде сделать. Ну ладно. Что ж тут поделать? Ну, а всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, вы можете подписаться на канал, поставить лайк. Всем пока!